23 апреля во Дворце детского творчества прошел 63-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». Все началось с показательного выступления сводного отряда барабанщиков и Орлянского круга. Затем делегаты, представляющие 14 дружин, подвели итоги работы за учебный год и обсудили ближайшие планы. На первой площадке ребята подвели итоги мегапроекта «Созвездие творцов» и представили ключевые дела своих детских организаций на следующий год. Я был спикером на площадке «Созвездие творцов». Ребята разных пионерских организаций нашего города рассказывали о деятельности своей, о коллективно-творческих делах. Ребятам очень понравилось слушать деятельность других. Они переняли опыт, передали свой опыт ребятам из других школ. Это очень полезное, на мой взгляд, занятие. На площадке школы пионерских профессий пионеры обсуждали дополнение к плану занятий осени этого года, а также утвердили получателей сертификатов и патентов СДО «Сияющие звезды». А итоги участия активистов в акциях и проектах Российского движения детей и молодежи в этом учебном году подводили на станции движения первых. На площадке «Диагностика успеха» пионеры подвели итоги смотра конкурса деятельности детских организаций, определили дружины доверия и опорные, выбрали лучший центр детских инициатив. А также решали, достойные ли звания инструктора самые активные и опытные пионеры. Очень рада, что в этом году у нас целых 7 дружин, которые заявлялись на звание «Опорное доверие». И к слету мы их, конечно же, рекомендовали. Очень много ребят-инструкторов, гораздо больше, чем в прошлых годах. Все ребята достойные, все молодцы. И надеюсь, в следующем году дружины и наши инструкторы будут проявлять себя еще больше. Пионер значит во всем быть первым. И в учебе, и в общественной деятельности. Об этом точно знает Полина Юдакина из пионерской организации «Радуга» гимназии номер 2. Сегодня она одна из тех, кто получил звание пионера-инструктора. Что на классе обучилась по профессии организатор КДД? В прошлом году обучилась по профессии барабанщик, получила патент. В этом году обучала своих пятиклассников на конкурс «Бей барабан». Являюсь активной участницей движения первых, являюсь куратором направления «Создавая и вдохновляя» в своей школе первичного отделения. Я решила стать пионер-инструктором, потому что считаю себя очень целеустремленной, ответственной, с навыком помощи другим и работы в команде. Также я очень общительная, дружелюбная и всегда помогу, когда кому-то нужна будет моя помощь. Ярким завершением 63-го слета стал творческий номер от детской палаты «Галактика», где ребята представили свою деятельность в стихотворной и танцевальной форме. Но на этом рабочая деятельность ребят в этом учебном году не заканчивается. Впереди у них еще медиафорум, 9 мая, линейка восхождения к высотам и, конечно же, День пионерии. Ксения Крапивина, Руслан Лапшин. Объединение «Журналистика», Дворец детского творчества для службы новостей «Саров-24».